Acts chapter 1, verses 9 to 11. Деяния, 1 глава, 9 по 11 стих. This concerns the departure of Messiah. Тут рассказывается о том, как Мессия уходит. Okay, in verse 9 it says, and when he had said these things, when he had spoken to them, as they were watching, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Сие, сказав, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восходящего его, вдруг предстали два мужа в белой одежде. Okay, the thing we have to notice here in dealing with this description of what is happening. Тут мы должны понять то, что происходит. We have three key Greek words. У нас тут есть три греческих ключевые слова. The first one means to be taken up. Первое – вознестись, что означает быть поднятым. The picture that we have here is that Yeshua was as having been lifted up from the earth. Тут идет такой рассказ, как Иисус, кто-то пришел и забирает его с земли, поднимает. Okay, the second Greek word has to do with, in English, the translation, he was taken up. Второе слово на греческом, что означает, что он поднялся. Okay, but it also has the mean to be received. То же самое, что как бы он был отдан. Yeah, so he was он был как бы, знаешь, вот ты даешь, но ты вот человек получает. Он был отдан, чтобы получить, чтобы он был получен кем-то. Received into heaven. Okay. Чтобы он был получен обратно на небо. He was taken out of their view. Он был поднят с ихнего взгляда. There's a third Greek word involved here. А это еще есть третье греческое слово, которое тут есть. And that seems is simply it means he went up or he was taken up. Которое означает он пошел наверх или он поднялся наверх. The timing. Время. It was after he had finished communicating with them. Это было когда он закончил разговор с ними. And when his earthly ministry was finally finished. Когда его земное дело наконец-то закончилось, его земное служение. Okay. At this particular moment in time. В этот практический момент, в этот момент. He was they were conversing, the 11 were conversing with him. 11 учеников с ним общались. And while their conversation was going on, когда во время их общения, the ascension took place. Возношение произошло. It uses the phrase here, a cloud received him out of their sight. Тут такое сказание, тут с греческого написано, что пришло облако и забрало его из ихнего взора. Okay, so they didn't exactly see him going all the way up. Не написано, что они увидели полностью, как он поднялся на небо. Because their view was blocked by this cloud. Потому что ихний взор был закрыт этой облакой. One explanation for this, it could have been the Shekhinah glory light. Единственное, что может быть, объяснение, что это было Шахина, это была слава, это было то слава, о которой говорим. Это Шахина облако. Когда храм был посвящен Соломоном, мы читаем, что облако наполнило храм Шахина. So we have this concept. У нас вот этот концепт. Концепция. This could be also what happened here. Это тоже это можно быть то же самое, что тогда случилось. Okay, the other references that we can find to the ascension. Еще одни места писания, где мы можем читать о восхождении. Okay, Luke 24. Лука 24 глава. Verse 51. 51 стих. Ephesians 4. Ефесянам 4. Verse 10. 10 стих. 1 Timothy 3:16. 1 Тимофея 3:16. 1 Тимофея 3 глава 16 стих. Okay, tell me if I'm going too fast. Я скажите, если я слишком быстро. Yeah, Hebrews 4:14.
What? Hebrews 4. К евреям 4. 14. 14 стих. 1 Peter 3. 1 Петра 3. 22. 22 стих. It talks also about he ascended into heaven as he himself had prophesied. И написано, что он вознесся на небо, так как он пророчествовал об этом. And these texts you will find in John. И об этом, вот этот текст вы найдете от Иоанна. John 3:13. 3 глава 13 стих. John 6:62. Иоанна 6:62. And John 20:17. John 6:62. John 6:62 and John 20:17. И от Иоанна 20:17 стих. Okay, so these are all contextual texts. И это все, вот эти все тексты, они взаимосвязаны. Yeah. Okay, we need contextual texts to understand fully what is happening. Нам нужно иметь взаимосвязанные места Писания, чтобы мы могли понять, что происходило. If you read just one text, you will not get the complete picture. И если вы будете читать всего лишь один стих, вы не будете понимать концепцию всей картины. And this is what we suffer from in many cases. И вот от чего мы страдаем во многих моментах нашей жизни. People take one text or maybe a couple of texts. Люди берут или один текст, или пару текстов. And they build a whole thing around those. И они строят целую теорию вокруг этого. Without taking into consideration all of the other texts which talk about the same subject. И они в этот момент не берут все остальные места Писания, где можно что-то правильно понять и построить. That's why it's important for you to read the whole of Scripture. Поэтому это категорически важно, чтобы вы читали Писание вместе взято, в целом. In this way, you will get a much better picture of what God is trying to do. В этом месте вы поймете намного больше, что больше хочет вам говорить. Otherwise, you may miss some very important points. А то вы можете взять и пропустить некоторые очень важные моменты. Okay. The meaning of the ascension. Означение восхождения. There's a threefold concept here. Тут есть трехэтапный. Okay, first трехэтапные строения тут. Первое. First of all, it marks the conclusion of his earthly bodily ministry. Это завершение его человеческой в теле служения на земле. As I said earlier, he still continues a ministry on the earth today through the church. Как я говорил, его служение на земле не закончилось, но оно действует на сегодняшний день через церковь и через Духа. Okay. Now, I'm constantly looking for a better term than church. Я каждый раз пытаюсь найти лучшее определение, нежели церковь. Because I constantly feel it has a We have a certain understanding of what that word means. Потому что у нас особое значение этого слова церковь в нашей голове. For me, the best alternative is the community of believers. Для меня самое лучшее определение это общество верующих. Okay, so if I use that terminology, you'll know what I'm talking about. Поэтому если я говорю церковь, я не говорю как доминация или какие-то, я говорю это общество верующих. I think it gives a better feeling of. Мне кажется, что это лучше, лучшее обозначение того, что вообще было. It's a community of those who believe in him, and we work together to communicate the gospel message. Это общество людей, которые верят в Иисуса Христа, в Мессию, и мы делаем все для того, чтобы мы были служителями для других. Okay. Secondly. Второе. His work now continues also through the apostles. Его работа еще до сих пор работает через апостолов. Yeah? They take a very special place here. Они тут очень важную роль играют. And thirdly, и третье, it means that he has been exalted to that position at the right hand of God the Father. Это значит, что он был поставлен на правую руку от
на правую руку престола от его отца. And he is now seated there, and together with the Father and the Holy Spirit, he wants to communicate and work through us. И он там сидит на престоле рядом с отцом и Духом Святым и хочет, чтобы и хочет взаимодействовать с нами. Okay, the text concerning this seated at the right hand of the Father. Текст, где написано, что он сидит по правую руку отца своего. You will find in Acts 2. Вы прочитаете в Деяниях 2 глава. 33 по 36 стих. Acts chapter 5. Деяния 5 глава. Verse 31. 31 стих. Hebrews. К евреям. Chapter 1, verse 3. 1 глава, 3 стих. Chapter 8, verse 1. К евреям, 8 глава, 1 стих. And chapter 12, verse 2. И вторая, и к евреям, chapter 12, verse 2. И к евреям, 12 глава, 2 стих. Once again, these verses are necessary to gain the whole context. И чтобы вы понимали, я еще раз говорю, это важно, вот эти все местописания, которые я вам даю, это важность, потому что с этими всеми стихами вы узнаете полностью всю картину. Okay, now we come at this point. Сейчас мы приходим. Acts chapter 1, verses 10 and 11, you have the angelic message. С 10 по 11 стих вы видите ангельское послание. And it's described this way. И он так описан. And while they were looking upwards into heaven as he went, there stood two men by them in white clothing, who also said, "You men of Galilee, why are you looking up into heaven? This Yeshua, who was received up from you into heaven, shall so come in a like manner as you saw him going into heaven." И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус вознесся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящийся на небо». Okay, there are a few things we need to notice about. Некоторые вещи мы должны понимать. In verse 10 we are told about the appearance of the angels. В 10 стихе нам рассказывается о том, как приходят ангелы. The timing время is when they were still looking up into heaven. Когда они еще смотрели на небо. It means they were trying to see what was happening. Они пытались увидеть, что происходит. It may even mean that they were waiting for his immediate return. Может быть, это они ждали, что он придет в тот же самый момент. Может быть, он просто пошел наверх, быстро увидеть и вернется. We don't know. Мы не знаем. But they saw him going into the cloud. Но они видели, как он ушел в облако. There's a word that's used in scripture, which is translated into English as "behold." Есть слово на английском, которое да будет, которое переводится как да будет. Yeah, okay. It means, hey, wake up, look, something's happening. На английском это означает: стой, подожди, посмотри, что-то происходит. If I try and put it into a sort of modern context, okay. Я пытаюсь поставить его в более модерном. You need to pay attention. То есть вам нужно, вам надо показать внимание. Then came the appearance of the two men. Вот идут два человека. So we know that there were two of them. Знаешь, их двое. They appeared as men. Они показали себя как людьми, как мужчинами. Because whenever angels appear physically or visibly, ибо когда ангелы показываются физически, they always seem to appear as young men. Всегда они показывают себя как молодыми людьми. If you don't believe me, look up all the references in scripture about angels. Если вы мне не верите, можете поднять все местописания о ангелах. You will enjoy it. Вам понравится. Okay. As to what they were wearing, то, что они носили, it's described as white apparel.
как рассказ о белой одежде, which, according to scripture, seems to be the conventional dress code for the angels. Поэтому это походу как дресс-код ангелам. Надо быть белым. Okay, you know what dress code is, yeah. Means you have to wear particular types of clothing, otherwise you don't fit in. Да, дресс-код это ты надо что-то носить, что по уставу, или же ты не получ, ну, ты не сможешь быть этой частью. Another word that's used for today is the yeah, is that an English word now or is it a Dutch word? I don't know. Mode. The what they require that you wear. Okay. It's okay. Okay, you will find references for this. Вы об этом можете прочитать. The dress code for angels. Что должны одевать ангелы? Matthew 28 verse 3. Matthew 28 verse 3. 28 глава Матфея, 33 стих. Mark 16 verse 5. 5 стих. Luke 24. 4. Лука 24, 4. And John 20:12. И Иоанн 20:12. Okay, there are other texts, but you can search. Есть еще тексты, но вы вот это можете прочитать, это основные. Okay, the angels had a message. 22. What? The angels had a message. У ангелов было послание. And for some reason there is this identification. И по какой-то причине есть вот эта вот идентификация. It says, "You men of Galilee." Говорит, вы люди из Галилеи. All of the 12 apostles were from Galilee. Все 12 апостолов были из Галилеи. And they give them a question. И они задают им вопрос. Why? Зачем? Are you looking up into heaven? Вы смотрите на небо. Why are you just standing there? Зачем вы стоите? Yeshua has given you a commission. Иисус вам дал поручение. Told you what you need to do. Сказал, что вы должны делать. So you need to do that. Так вам надо это делать. The intent is to stop them gazing. Смысл того, чтобы они перестали смотреть. In English we would say stargazing. Типа, как знаете, засмотрелся, задумался наверх. You get so engrossed in what you're looking at, you forget. Ты в настолько захвате того, что ты смотришь, что ты забываешь, что вообще надо делать. Но чтобы они так же самое не ожидали, что Иисус мгновенно придет обратно. Потому что было обещание того, что придет. И они подтвердили это. Сказав, что Иешуа пошел наверх, тот же самый человек когда-то придет обратно. Okay, so we have a promise here. У нас есть тут обещание. And it says also that he will come in a similar way. И говорится, что он придет в очень похожем моменте. It may not be exactly the same. Может быть, момент будет не тот же самый. But it does mean that it will be very similar. Но он говорит, что она будет очень сильно похожа. It may not even mean that it will be exactly the same place. Даже не будет одинаковое место. Initially, we find in Scripture that the second coming will be on the Mount of Olives. Мы читаем в Писании, что второй приход будет на Масленой горе. Масличная гора. Yeah. Okay. So the idea is that it may not be exactly that place, but he. Идея может быть не та же самая. Вот идея в том, что может быть не будет так же самое, что Иисус придет так же, но будут вещи, которые, но она будет похожа. The manner of his return will be in the clouds of heaven. Мужчина, который придет, будет тоже мужчина в облаках. So it will be with glory.
Это будет со славой. They will see it from one end of the earth to the other. В одном месте Писания написано, что люди увидят с одной с другой части мира на другой увид, как он придет. It's going to be something really amazing. Это будет что-то очень okay? потрясающее. It will catch everybody's attention. Все узнают, все увидят. I think that's why Yeshua warned us that said if they say I'm here or there, don't believe them, because when I do come, it will be with a great show. Поэтому мне кажется, Иешуа говорит, что предупреждает, когда люди говорят, что я тут или там, не верьте, потому что я приду и все узнают. Okay. If we put it in today's terminology, если you на сегодняшний день мы, light show. Если мы сейчас поставим в нашем понимании, то Иисус придет с небесным лайт-шоуом. So. What you've seen in light shows up until this moment will be nothing compared. Все, что вы видели на концертах и каким-то светом баловались, это вообще будет пустяки рядом с тем, что придет. You know, we see some of the things we go, wow. Мы некоторые вещи смотрим такие, вау. But when he comes back, когда он придет, it will be. У нас просто рты откроются. А. There will be no words to describe it. Okay. Не будет никакие вещи, которые могут объяснить его славу. Okay, you find references to this in Matthew 24, verse 30. Об этом вы можете прочитать в Матфея 24 глава 30 стих. Mark 13, 26. Марк 13 глава 26 стих. 13, да, 26. Okay, and Revelation. И Откровение. 1, verse 7. 1 глава 7 стих. Okay. Now the apostles are to return to Jerusalem. Теперь апостолы должны возвращаться обратно в Иерусалим. Verses 12 to 14. С 12 по 14 стих. After they saw him go. После того, как они увидели, как он ушел, они возвращаются в Иерусалим. And they discussed among themselves. И они начинают обсуждать между собой. Okay. In verse 12 it says they returned unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is close to Jerusalem, a Sabbath day's journey. Just verse 12, right? 12, yeah. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. So we know their destination. Мы знаем, где они находятся. They were in obedience to what Yeshua had told them. Они были в послушании, что им сказал Иешуа. This was also an act of bravery. И это был как бы поход смелости, считайте. We have to remember at this time. Вы должны понять, что в это время Jerusalem was probably not a very safe place for them. Иерусалим, наверное, был не самым безопасным местом для них. There was much going on. Там очень много происходило. The terminology a Sabbath day's journey. Терминология в расстоянии субботнего пути. This was a rabbinical language description. Это был раввинистический образ высказывания. For a distance about 3/4 mile. Примерно 3/4 km. Ой, 3/4 мили. Ну, это где-то 1.5 километра. Yeah. Там километр два. This is the same return that is spoken of in Luke 24:52. Это примерно то же самое расстояние, там, где мы читаем от Луки 24 глава. What verse? Luke 24:52. 52 стих. 24 глава, 52 стих. I want to draw your attention to the fact. Я хочу, чтобы вы слышали тот факт. The way Luke describes things. Как Лука объясняет вещи. Because of the question as to whether Luke was Jewish or a proselyte. Этот вопрос тому, что был ли он евреем или нет. Most of the theological world says Luke was a Gentile. Множество теологов считают, что Лука был не евреем. I beg to differ. Я считаю по-другому. Yeah? Because of certain issues I find. О некоторых вещах, которых я тут нахожусь.
но нахожу. Так как говорит Лука, он говорит, как еврей. And this would be very strange for someone who was a Gentile. И это было бы очень странно к тому, кто является неевреем. So my personal belief is that Luke was Jewish. Мое личное мнение это то, что Лука был евреем. He may have lived in the diaspora. Он мог жить в диаспоре. And according to his profession, the scripture tells us he was a doctor. И по профессии, мы в Библии можно прочитать, что он был доктором. So he was highly educated. Он был высоко, с высоким образованием. And would of course known Greek and maybe other languages. И поэтому бы знал бы греческий и еще, наверное, несколько языков. So I think this is where the confusion arises. И мне кажется, вот тут вот и начинается весь этот непонятность. Some people say, oh, Luke was a doctor, so he couldn't have been Jewish. Все такие, о, Лука был доктором, значит, не мог быть евреем. I don't understand the thinking. Я не понимаю, о чем они думают. Were there no Jewish doctors in those days? Что, не было еврейских докторов на то время? Were they all Greek? Они что, были все греками? I don't think so. Я не верю, я не думаю. So, all of the excuses that are used... Все вот эти вот опровержения, что они используют, которые говорят, что Лука был не евреем, я совсем другие вещи нахожу в Библии. Но это одна из вещей. Зачем бы Лука сказал, что это в расстоянии субботнего пути? If he was Greek, his terminology would have probably been a little different. Если он был бы не евреем, мне кажется, что его как он писал бы, совсем было бы чуть-чуть по-другому. But he specifically uses a very rabbinical Jewish way of understanding. Но тут он очень четко выдает раввинистический еврейский рассказ, вообще, эти термины. Okay. Now we move on to verse 13. И теперь мы приходим к 13-му стиху. When they had come in, they went to the upper room, where they were staying. Both Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. И придя, вошли в город, в границу, и где пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, и Яков Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Okay, we are told they returned to the upper chamber. Мы там читаем, что они вошли в горницу. In English it says the upper chamber. На английском написано именно как горница отдельно, как саму горницу. There is a definite article. Да, там есть вместо того, чтобы они зашли в горницу, там написано и в саму горницу, именно вовнутрь. It is a little bit like saying Yeshua HaMashiach. Это как можно сказать Yeshua HaMashiach, which means Yeshua the Messiah. Yeshua есть спаситель, как бы Yeshua. Making it very clear that this is. Вот это четко понимаю, что вот он спаситель. This is the true Messiah. Это настоящий мессия, вот этот артикль. The definite article makes it. Interesting. Вот этот артикль на английском. It wasn't just any upper room or upper chamber. Это не просто была какая-то горница или, допустим, любая комната. It was probably the specific one where they had been meeting with Yeshua before he was crucified. Это, наверное, та горница, где они были с Иешуой до того, как он ушел. The one that's described in Luke 22:12. То та горница, которая рассказывается в Луке 22:12. And Mark 14:15. И Марк 14:15 стих. Specifically, the place of the last Pesach. Это там, это определенное место, где был последний Песах. It is probably also the same. Upper room. Это, наверное, то же самое горница. As some of the resurrection appearances. Где воскрешает, там где приходит Иисус. References John 20. Там это Киану 20. 19 to 26. 19 по 26 стих.
And I believe it is also the same upper room where the Holy Spirit came in Acts 2:1. И я верю, что это та же самая горница, куда пришел тогда Дух Святой во втором главе Деяний. And it would mark the birthplace of the community of believers. И это было бы место, где началось общество верующих. This is where they were also staying. They were possibly sleeping there. Это место, где они могли жить, спать. It was a temporary residence for them. Это, может быть, дело было частичное место, где они жили. It was a place where they felt safe. Это место, где они себя чувствовали в безопасности. Some traditions say. Некоторые традиции говорят. It was in the home of Mary, the mother of John Mark. Это примерно дом Марии, а там мать Иоанна Марка. There is a place you can visit in Jerusalem. Есть место, где вы можете прийти в Иерусалиме, которое они называют горницей. It's a nice place. Очень красивое место. But I don't think it's the actual one. Я не верю, что это само оно. The architecture, at least, is Crusader architecture. Архитектура больше похожа на архитектуру крестопоходцев. So it's not the original. Поэтому это не оригинал. But it gives an idea. Но он дает какую-то идею. And as I said, it's a nice place to be. Как я сказал, это очень классное место, где быть. Okay, in verse 13 you also get the listing of the 11 apostles. И тут вы читаете про всех 11 апостолов. Other listings of the Talmid of the disciples is found in Matthew. И вы можете найти про Талмидот, то есть про его учеников в Матфея. Matthew 10:2-4. 10:2, 2 по 4 стих. Mark 3:16-19. Марк 3, 16 по 19. Luke 6:14. Luke 6:14-16. Лука 6 глава, 14 по 16 стих. Okay, then we move on to verse 14. Потом в Деяниях мы идем на 14 стих. It tells us that they were with one accord. Написано, что они были continuing in strong prayer together. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми желаниями. С некоторыми женами. It says also very specifically that there were women. Говорится четко, что были женщины там. Mentions one in particular, Mary, the mother of Yeshua. Написано четко, что была Марией, мать Иисуса. And it says also, and his brethren. И его братьями. And in this case, it means his brothers. Его братья. They were having a prayer meeting. У них было молитвенное. The purpose in returning to that room was specifically to pray. Причина того, что они туда поехали, это было чисто для того, чтобы молиться. And from the context that we can see, this was earnest that they were spending a great deal of time in prayer. И мы читаем, что они реально пришли, чтобы провести время в молитве. The words used in Greek imply intensity. Слово на греческом, которое используется тут для молитвы, это означает очень усиленно, очень интенсивно и очень энергетично. Okay, the content of their prayer was that they were praying for the promise of the Father. То, что они молились, чтобы чтобы Дух Святой пришел. О том обещании, то, что Иисус сказал. Okay. Important point. This was a prayer of unity because they prayed, as it says, with one accord. Это была молитва единства, потому что написано, что они были едины в молитве. The Greek word means to be of the same mind. На греческом это означает быть одним разумом. I think one of the key strengths that we will see as we go through the scriptures. Я верю, что одни из самых таких сильных ключевых вещей в этом, когда мы будем идти дальше. Greatest sources of power was their unity. Один из самых таких серьезных
сил, которые у них были, шла, они были едины, единодушны. One of the very important points of the first century church. Одна из самых сильных вещей, что первая церковь первого столетия. Was their unity. Это было в их единстве. В отличие от того, что мы видим на сегодняшний день, на сегодняшний день в обществах верующих, что нету того единства. Это очень-очень печальная вещь. Что не хватает, единства. Most of the time are very stupid things. Очень часто, что это очень глупые вещи. Okay. Those who were present, the 11 apostles, and I said the, also it mentions very specifically the women. Тут очень четко говорит по поводу апостолов и женщин. We notice from scripture that many women followed him. Мы четко видим, что очень много женщин шли за Иисусом. It might also refer to the wives of the apostles. Это может быть относится и к женам апостолов. Those of them who were married, of course. Тем, кто были женаты, конечно. We don't know specifically. Мы точно не знаем. Which ones or who or how many or. Кто, как, сколько много, с кем. But it's important to understand that they were also there. Но нам очень главное понимать, что они были там. Mary was mentioned as being the mother of Yeshua. Мария тут мы тут считаем, что она была человеческой мамой Иисуса. And here we have actually the last reference to her. И тут тут это последний момент, где мы читаем о ней в Библии. From now on, she is not really mentioned. После этого ее практически нету. We can presume that she played no prominent role in church history at that point. What? We can assume that she played no prominent role. Мы можем верить, что она не сильно сыграла в ключевых моментах церкви на то время. Certainly not the role that the Catholic Church has ascribed to her. Ну, скажем так, не скажем точно, не так, как католическая церковь пишет о ней. Also present were the four half-brothers of Yeshua. Так же самое с четырьмя братьями Иисуса. They were unbelievers during his lifetime. Они были неверующими во время того, как он жил. It's an interesting point. Это очень интересное, очень интересное ключевое место. Brothers must have struggled tremendously. Некоторые братья, наверное, просто бы не смогли. Okay, if you want references for this, it's Matthew 12. Вы можете прочитать об этом в Матфея 12 глава. Verses 46 to 50. 47 по... Matthew 12, 46 to 50. Матфея 12 глава, 46 стих по 50. Okay, Matthew 13. Матфея 13 глава. 55. 13. Again. 55. 55. Yeah. 55 стих. Okay. Mark. От Марка. 3. 3 глава. 31. 31. To 35. По 35 стих. John. От Иоанна. 7. 7 глава. 3 to 5. 3 по 5 стих. But at this point they had become believers. Но к этому моменту они уже стали верующими. As a result of the resurrection. Как результат воскрешения. This obviously means that they had been there at some of the appearances of Yeshua after he had raised from the dead. Это значит, что они, наверное, присутствовали во время того, как Иисус к ним приходил. К своим ученикам после того, как он умер. The scripture reference for this is 1 Corinthians 15:7. Вы можете об этом прочитать, как 1 Коринфянам, 1 Corinthians what? 1 Corinthians 15. 1 Коринфянам 15. 7. 7 стих. Okay. Acts 1:15-26. The choosing of the 12th apostle. С первого Деяния с 15 стиха.
Okay. По 20, ну, под конец. Ты, мы тут читаем, что тут... In verse 15. Тут выбирают 12 апостолов. Тут в 15 стихе. In those days Peter stood up in the middle of the brethren and said, and there was a multitude of persons gathered together, about 120. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: было же собрание человеков около 120. Peter took the lead because he was recognized as the leader. Петр взялся за лидерство, потому что его знали как за лидера. Okay. Also partly probably Peter's character. Наверное, из-за того, что у Петра был еще такой характер. If you examine his character from scripture, you see that he was very outspoken. Если вы прочитаете в Библии, каким был Петр, Петр, наверное, был таким bold person, прямолинейным, старый такой человек такой уже, who very often put his foot in his big mouth. Который, наверное, ставил, как бы, знаете, пришлось ему кулак в рот засовывать, чтобы он закрывал. Okay, so he was quite an individual. Ну, скажем так, он был такой личностью такой интересной. But we notice also, но мы тоже знаем, although he was recognized at that particular time, когда его знали, когда знали его как лидера, did not mean that he had sole authority in the appointment of the 12th apostle. Again, didn't have what? Did not mean that he had sole authority in the appointment of the 12th apostle. He was not the only one responsible. Когда он стал, мы тоже видим, что он не был единственным человеком, который отвечал за то, что Иисус тогда сказал, что они вот есть 12 апостолов. Он не был единственным человеком, за которым люди смотрели. Мы okay. тут понимаем. Он говорит, что когда вот Петр встал и начал говорить, это мы тут видим, что он понимал, что он не единственный человек, который должен был сделать это. Что есть еще 12, которые Иисус тогда сказал. Он говорит, и мы это видим четко вот тут вот. Yeah, we're there. Okay. The appointment was going to take place in a conference with all of the other apostles. Он понимал, что нужно сделать 12 апостолов вместе, чтобы он понимал, что будет вот это место, когда надо будет прийти и сказать, что будет 12 человек. Luke says that there were many present. Лука говорит, что были многие там. And he gives the specific number about 120. И он дает четкое число, примерно 120 человек. We can gather from that that this upper room was probably quite big. И мы можем отсюда примерно сказать, что вот эта вот внешняя комната, верхняя вот эта вот, была большой, не маленькая, скажем. If you can imagine 120 people. Если мы можем представить 120 человек. What size of room you would need. Это что за комната нам понадобится? So. Вот. We have. Yeah, okay. Time out. Break. Okay, у нас будет.